По приказу мы стреляли, и стреляя, я дрожал, как отлетающие души. Запишите меня в список негодяев, если он теперь еще кому-то нужен. Запишите, запишите меня в список, только вряд ли это что-нибудь изменит. Никакая боль не будет мне сюрпризом, ведь за столько лет мы превратились в тени, и за столько лет мы живы почему-то. Как же так, что разобраться не приспело? Это ж сколько люди видели салютов. Ну, конечно же, ни одного расстрела. За Уралом с лозунгами рьяными пятилетка шла, как полагается, а мы в дупель напивались пьяными, чтоб не сомневаться и не каяться. А в то лето было жарко, воздух каменный, днем мне матери их снились, было муторно. А всю ночь, чтоб заглушались вопли в камерах, во дворе мотором харкала полуторка. Мы топили в страхах заповедь Христову. Было тошно, было жутко, было гадко, но за родину вождей, внимая слову, мы душили сумасшедшие догадки. Но за родину душили сумасшедшие догадки. А мальчики коптили стекла на костре, чтоб смотреть на солнце в затмение. Сколько было радости в той поре, сколько было лет еще до прозрения. Сколько раз потом из оттепели в оттепель красных флагов отсыревшую материей накрывали после драки их, и вот теперь снова оттепель, а я не верю ей. Снова оттепель, и снова верь, а я не верю ей. По приказу мы стреляли, и стреляя, я дрожал, как отлетающие души. Запишите меня в список негодяев, если он теперь еще кому-то нужен.